Доброго времени суток, дорогие игроки! С радостью спешим вам сообщить, что отныне вы сможете украшать свое оружие не только скинами, а еще и брелками. Система брелков очень простая в плане использования. Брелок попадает к вам на склад, и вы уже можете ознакомиться с его внешним видом и описанием. Далее мы приступаем к процессу инсталляции брелка. Для этого вам необходимо зайти в раздел оружия, выбрать интересующий вас weapon и кликнуть по вкладке с брелками. Она расположена справа от скинов. По сути, принцип установки брелка имеет непосредственное сходство с установкой скина на пушку. Поэтому каких-либо проблем с пониманием системы у вас быть не должно. Но есть один важный нюанс, о котором следует помнить. Предположим, у вас есть любимый брелок, скажем, с черепом, и вы решили его повесить на К-12. Вообще не проблема. После вы решили этот брелок задействовать на другом оружии. Но для того, чтобы задействовать его, вам необходимо снять его с АК-12, и только тогда он станет доступен, скажем, для инженерского SIGA MPX. То есть, имеется в виду, если брелок у вас в единичном экземпляре, то вы можете задействовать его только на одном оружии. Но это далеко не проблема. Если вы хотите один и тот же брелок использовать на 3, 4, на 5 видах оружия, вам просто необходимо найти дополнительные единицы этого брелка, чтобы было 4 черепа или 4 бляхи военных. Но вы поняли, брелки в одном дизайне, но в большем количестве. Каждый брелок имеет уникальный внешний вид. Тематические брелки к каким-то событиям, боевому пропуску, достижениям. В общем, контента будет немерено, и он зачастую будет эксклюзивным. Также мы со своей стороны постараемся задействовать как можно больше единиц оружия, потому что на данном этапе брелки доступны не для всех вепонов. Оставайтесь с нами, следите за обновлениями и примеряйте эти косметические прелести на своих любимых пушках. Удачи!